Гениальный камбэк. Записываю. Отлично. План с переводом коня на h3. А как я его вел туда? Типа... Ты уже как-то сбил. Ага, ну погнали. А, да, конь h3, конь f3, конь g1. Ну да, то же самое получим. Отлично, подъехали. Этот, по-моему, получше расставался, нет? Да, чуть-чуть проактивнее. Конь в три приходится. Никаких конь в три. Все, видишь, он не знает, что делать. Это слишком прочная скорлупка. А тем временем наши фигурки подтягиваются. Выбирается на все лучшие и лучшие позиции. Ты чувствуешь? У нас уже большой перевес. У нас непонятно, куда девать коня. Теперь понятно. Нет, вообще-то. На h3. На f3, видимо. Да, теперь точно понятно. У нас что, лишняя пешка? Абсолютно выигранная позиция. Просто без шансов. На b7 еще могу взять, не дает. Нет, такие фигуры. Чернопол в псине, да? e5, может, чуть-чуть не туда. Ладно, не важно. Ну что у нас интересного? Отлично. У нас сказочный в этом цвет. Как его сделать максимально сказочным? Наверное, так. Вот так. Типа привязали сюда? Да. Неудобно защищать, потому что сейчас ладья болезнь. А если, то есть она уже точно упала, эта пешка, да? Похоже на то. Подрывает. Кем? Кем бьем? Подожди. Ладьёй. Почему? На то хватает. Так-то. Ладьёй, а после цд сам будешь ведь как пешку держать? Ну, сломан брать. Во, видишь, теперь мы выиграли темп. Да, игра. Успеваем. Почему не d5? А, d5 не работает. d5 на e5. Мы успеваем, видишь, когда на e3. Все. Это, по-моему, финиш. Пешечки пошли. Пожертвуй ладью. Ну, смотри, какой план. g4, потом g5, и h6, и ладья f8. Причем g5 даже что-то нападет на нее. Смотри, какая цепочка пойдет. Даже не знаю, в каком порядке. Так, наверное. Бешеные пешечки. Я пытался. Ой. Можно d7 сразу выиграть, но... Погоняю ладью лучше. Максимально жестко карать. Контрагра. Нет, b3, b3. e7 мат. Даем, не даем. Да, давай. Ладно. Всем спасибо за внимание.